Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Геоэнергетика Инфо. С вами я, Сергей Савчук. И сегодня у нас необычный короткий формат, который вам понравился по нашим предыдущим передачам. Это что в мире, какие произошли новости. И сегодня очень кратко мы поговорим о том, что произошло на наших энергетических рубежах. Начнем мы с нашей любимой ненаглядной Белоруссии. 10 января 2021 года Александр Григорьевич Лукашенко опубликовал официальные данные в своем заявлении, сколько же будет стоить природный газ для нашей синеокой соседки. По словам Александра Григорьевича Лукашенко, за 1000 кубометров российского газа наши белорусские друзья будут платить 128,5 долларов. При этом Александр Григорьевич, верный своей исторической планиде, не забыл, естественно, куснуть кормящую руку и заявил, что, конечно же, газ мог бы стоить и подешевле, поскольку Россия на правах основного торгового партнера и единственного поставщика, конечно, могла бы быть более щедрой. При этом, забыв или не знав о том, что в это же самое время, в этот же самый день в Европе спотовые контракты, столь любые и милые сердцу Александра Григорьевича, на которых он настаивал в ходе всей возни в течение 2020 года, например, в той же самой Испании стоимость 1000 кубометров газа скакнула единого момента до 660 долларов за 1000 кубометров. Хотелось бы спросить, может быть, все-таки перейдем тогда на спотовые контракты, Александр Григорьевич. В сеть попали данные, попало видео о том, как там знатно полыхало, какой там образовался огненный шар, смерч и все такое прочее. Наши подписчики спрашивали и строили версии, почему же так произошло. Все достаточно просто. Здесь не нужно строить никаких теорий о злобных бандеровцах, о работе российских диверсантов и так далее. Нужно помнить всего лишь очень простые данные. В рамках контракта, который подписал столь нелюбимый украинцами «Газпром» с «Нафтогазом Украина». Напоминаем, что с 1 января 2021 года прокачка российского газа транзитная в Европу через территорию Украины сокращается до 40 миллиардов кубометров в год. Соответственно, исходя из пропускной способности украинского газопровода, 3/4 его транзитных мощностей будут простаивать отныне и, возможно, что уже и навсегда, поскольку Турция, Болгария и Сербия запустили южный обход вокруг Украины. И поэтому возникает логичный вопрос, что же делать со всей этой громадной газотранспортной инфраструктурой. Киев стал заложником собственной ситуации, когда он 6 лет, тогда уже почти 7, накачивал собственное население о том, что уже вот-вот, уже прям совсем завтра будет окончательная победа Украины над «Газпромом». «Газпром» выплатит нам невероятные, огромные, невообразимые компенсации. И мы принудим его прокачивать газ обязательно через нашу территорию на наших условиях, потому что наши американские и прочие друзья, конечно же, 100% торпедируют «Северный поток-2». На сегодняшний день получается, что помимо того, что большинство труб украинских будет простаивать, из-за недостатка прокачки российского голубого топлива возникает проблема банального дожимания газа до потребителей, то есть до украинских домов и до украинских предприятий. Соответственно, чтобы не содержать всю эту избыточную инфраструктуру, совершенно случайно после Нового года, то есть, напоминаю, после падения прокачки газа, начались какие-то невообразимые аварии со взрывами, с пожарами и со всем прочим. Отбрасывая в сторону, естественно, крайнюю изношенность украинской газотранспортной системы, выглядит как очень странное совпадение. И третья новость на сегодня, самая короткая, касается она тоже нашей замечательной соседки Украины. Как вы все помните, мы об этом писали, мы об этом говорили в прошлом году. 2020 год прошел для украинского правительства и украинского Минэнерго под знаком борьбы против поставок российского электричества на территорию Украины. Об этом писали вице-премьеры, об этом выступали, по этой теме выступали многочисленные украинские политики, и говорилось о том, что никогда, ни при каких условиях, Украина не должна покупать российские оккупационные гигаватт-часы. Но точно то же самое касалось, естественно, и строящейся в Белоруссии атомной электростанции, против которой выступала в первую очередь Литва, которую, повторюсь, точно так же очень активно поддерживает сама Украина, верная курсу на европеизацию. И, как стало известно, 10 января 2021 года Украина начала импорт
электроэнергии с Островецкой атомной электростанции в Белоруссии. Первый спотовый контракт, заключенный между украинскими Минэнерго и белорусскими поставщиками, рассчитан на поставку 150 мегаватт-часов электричества в сутки. На этом мы заканчиваем наш короткий дайджест. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии, ваши замечания, ваши пожелания. Мы обязательно их учтем. И если формат придется вам по душе, мы обязательно его продолжим, улучшим и расширим. Всего доброго. С вами была Генэнергетика.Инфо и я, Сергей Савчук.